Команда Эжвинского психоневрологического интерната стала чемпионом Северо-Западного федерального округа по футболу. Тем самым наши спортсмены завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет через месяц в Польше. Ребята уже готовятся к предстоящему выезду и разрабатывают новую тактику игры. Евгений Ершов продолжит. Директор Эжвинского психоневрологического интерната Евгений Кокарев признается, на месте футбольного поля раньше была огромная яма, и футболу особого значения здесь не придавали. Но теперь его можно вполне назвать визитной карточкой интерната. Это подтверждает и выход наших спортсменов на чемпионат Европы. Упорная была борьба, нелегкая. Прошли очень большое сито. Надо сказать, что всего таких интернатов по стране более 2000, поэтому... Вы сами понимаете, что это такое. В финале обыграли сборную Санкт-Петербурга. Причем 3-0, не оставили им, как говорится, никаких шансов. То есть победа заслужена. Евгений Кокарев добавил, команда участвует не только на чемпионатах среди людей с ограниченными возможностями, но и на самых обычных. Только в феврале ребята выиграли у сборной ГУФСИНА. Удивлению не было предела. Команда не скрывает, главная победа, и на предстоящий чемпионат они настроены по-боевому. На что рассчитываете? Вот едете в Польшу за победой или просто за участием? Что нет, главное? Мы сейчас, главное нам победа. Больше нам ничего не надо. Ни поражения, ни только чисто одна победа. Доказать, что свое мастерство в республике Коми. Сейчас ребята усиленно готовятся к Европе. Режим плотный, по 4 тренировки в неделю. Ведь их ожидают встречи со сборными 15 стран мира. Как признается тренер, стать призерами чемпионата Европы реально. С этой командой в прошлом году они встречались. Это была команда «Петродворец», где по пенальти команда проиграла. Тоже была упорная игра. Но в этом году как-то ребята настроились, поверили друг в друга. Просто, что приехали выигрывать. Тем более шансом бывает один раз, чтобы за границу ехать. Более того, на чемпионате Северо-Запада лучшим вратарем стал голкипер нашей сборной Виталий Лисовой. Говорит, это заслуга его товарищей. И добавил, что скорее они семья, чем просто команда. И готовы рваться за победой на чемпионате Европы. Евгений Ершов, Павел Фетисов, телеканал «Юрган», Эжвинский район.